Привет, ребята. Все-таки мы выехали на дачу, но, блин, конечно, погода желает лучшего. Хочется сказать не месяц май, но месяц май. Давайте сегодня начнем ролик с маленькой распаковки, а может быть, это будет просто ролик на распаковку и все. А потом я постараюсь снять что-нибудь видео для готовки. Ну, какую-нибудь вкусняшечку приготовим, но сначала давайте сегодня распаковка. Погнали. На распаковке у нас сегодня стартер для розжига угля, для грилей и мангалов. Заказан, пришел, но пока еще даже не распакован. Хочется сказать, ну а что ж тут такого-то? Не знаю, что такого. Никакого стартера еще не было до этого. Поэтому все это немного в новинку. Ну так выглядит солидно, кстати. Сейчас я постараюсь это дело распаковать по-быстрому, чтобы это все увидели. Заказал через стандартные сети доставки на дом. Все это приехало очень оперативно. Честно скажу, очень оперативно. И вот оно уже с нами на даче. Господи, сколько ж можно было запаковывать. Компания Грильков. Слышал отзывы, но не пользовался еще сам никогда такими девайсами. На самом деле отзывы такие, что... А, здесь винтики. Сейчас еще надо будет отверточку притащить. Короче, отзывы такие неоднозначные. Кто-то недоволен тем, что обгорает краска. Не знаю, на этом будет обгорать или нет. Кто-то покупает просто в оцинковке, в такой, в металле, без краски. Ну и вроде как и пользуются все. Но эта штука однозначно удобная. В чем удобство, собственно? Я пока здесь буду разбирать, я все это буду рассказывать вам. Удобство в том, что обычно мы закидываем уголь, либо брикеты, заливаем жижи вот этой, поджигаем, ждем, либо стоим вот этим вот идиотизмом, тоже занимаемся, раздувая. Эта штука исключительно для того, чтобы этот идиотизм весь исключить. Я думаю, у вас звук там этот в наушниках будет, или в колонках от этого раздирания лютейший. Ну, собственно, вот такая... штукаёвина с вот такой вот ручкой, компания Грильков. Никакой рекламы, просто говорю то, что купили. Нам рекламу никто не платит. Сейчас я это дело собираю, закидываю уголек, покажу, как это все разжигается, и я надеюсь, это оправдает все мои ожидания. Так. То есть даже это особо стараться не надо, все просто наживили. Из того, что я вижу сейчас, то, что для меня лично приятно, это продумали о том, чтобы не обожгли люди себе руки. То есть, смотрите, ручки. Сделана деревянная рукоятка, причем такая хорошо осаженная. Из чего не знаю, но с какой-то пропиточкой, видимо, потому что такого красноватого цвета. Итого. Шлеп сюда. Винтик. Закручиваем. Так. И еще один винтик. А пока я все это закручиваю, я увидел еще одно преимущество именно данного стартера. Потому что я выбирал в большом количестве стартеров. И сейчас я вам его озвучу, как только шурупик, винтик, шурупик сядет на место. Так. Шлеп. Тянем от души, чтобы все сидело хорошо. Смотрите, когда вы высыпаете сюда уголь, и он разгорается, в момент высыпания угля здесь сделана дополнительная вот эта вот лопата, то есть, я не знаю, видно вам, не видно, лопата защиты руки, чтобы, вот когда у вас будет прямой стартер, вы высыпите, весь уголь сыпанет вам на руку. Здесь сделана дополнительная защита. В этом считаю плюс. Давайте сейчас засыпем уголь и разожжем, покажу, как это будет работать. Угольки тоже заказные. Опять же, я говорю, не реклама, ничего. Честные обзоры. И этого, и этого. Все заказное, все приехало. Здесь брикеты, ну, не очень большие, скажем так. Да что такое-то? Брикеты не очень большие, но вот такие вот брюшечки, которые засыпаем просто, просто откровенно засыпаем сюда.
вместительно, скажу так сразу, вместительно очень. Здесь пакет 2 килограмма. По сути, весь пакет сюда зайдет вообще на раз-два. Вот смотрите, я сейчас до конца не засыпал. Вот смотрите, видите, сколько там угля? Это брикеты. Это часа, наверное, на 3 часа горения. То есть постоянного поддержания температуры. Короче, я считаю, что пушка. Ну и третий в нашем списке, это, я забыл, как это называется по-умному-то у нас. Древесные роллы для розжига. Короче, опилки, сплетенные в узелочки. Такие ежики. Сейчас открою. Видимо, с какой-то пропиткой даже это все. Вот такая фиговинка для розжига. Штука удобная. Честно скажу, я не помню. Мы, по-моему, не использовали никогда. Вот сейчас заодно все испробуем и вместе с вами увидим, удобное это или неудобно. Подходим к нашему грилю, смокеру, точнее, в данном случае. Кладем вот эту штуку, поджигаем и ставим сверху угли. И на этом наша компетенция все. Дальше мы ждем минут 15-20, пока это все прогорит. Сейчас я возьму огниво и подожгу все это. То есть сейчас задача кострового всего лишь поджечь вот эту штуковину. Видите, как она взялась моментально? И просто поставить сверху. Все! 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 Минут 15 ждем, и потом покажем вам, что происходит там. Сейчас вот просто, если вы видите, просто дымок оттуда идет. То есть он сквозь угольки проходит, сейчас будет потихонечку-потихонечку взиматься оттуда. Будет поддувать. Короче, все будет красиво. Давайте подождем 15 минут, для вас будет секунда. Вот с этой стороны красочку прямо сейчас видно, как она лопнула, вспучилась. Ну, я думаю, сейчас по периметру везде так будет. Поэтому, ребяточки, ну вот вам как бы стартер, да, но один из минусов. Красочка лопается, поэтому, может быть, проще взять некрашенный. Попытаюсь показать, но отсюда не видно, ну, вот прям самым краешком вот там вот. То есть, вот примерно вот до сюда угли уже все раскаленные. Прошло 15 минут. То есть, ну, даем 20 минут, потому что я подсыпал чуть-чуть сверху углей. Капелюшечку совсем. Вот. Но вот то, что и говорили, потихонечку, я не знаю, видно это будет на камеру, наверное, нет. Потихоньку краска начинает вот эта вот термостойкая вспучиваться. То есть она, по идее, облезет, будет такая некрасивошная, но это у всех происходит. Но здесь не для красоты, здесь для действия и для скорости. На самом деле, это розжиг очень быстро получается. Ну что, ребят, честных прошло минут 20, наверное. Значит, угли, я не знаю, показать вам отсюда не получится, наверное, все-таки. Короче, этот стакан с углями, стартер, за 20 минут полностью прокипел. То есть сейчас прям вот оттуда дышит жаром. Красочка, вся красочка по периметру, она еще больше облезет. То есть все, что люди говорили, да, действительно так. То есть, соответственно, если за эстетику, вы не берете крашеный стартер. Это, ну, как бы лишняя тема, потому что будет выглядеть нехорошо. От компании Грильков, оставим хэштег Грильков, может быть, что-то прокомментирует от себя. В целом, штука, вот эта вот сама штука, удобная. Потому что мы сделали угольки, и их сюда... Опа! Смотрите. Видите, вот сколько летит искр, когда я высыпаю? Но здесь вот эта часть верхняя, защищает вам руку и не дает обжечься. Оп, все. Есть прямые стартеры. И когда вы наклоните, все эти искры полетят четко на вас. Ну, собственно, на этом, наверное... О, посыпалось. На этом обзор стартера, распаковочка такая, закончена. Спасибо большое за обзор. Если есть какие-то комменты, может быть, есть какие-то идеи, оставьте в комментариях. Если еще не подписались на канал, вы впервые у нас, подпишитесь. Лето наступило, тут будет всего очень и очень много.
Следующий ролик будет обязательно о вкусняшках, о готовках. Сейчас будем готовить и еще подожди поснимаем. Но этот ролик будет чуть попозже. Спасибо большое, до новых встреч и пока-пока.